sensational. Getting closer. Oh! Oh! Captain Marvel! Oh my God, an insane! The Scorpion touch. Eriksen. Oh, what a strike! From the top! Oh my God! Oh, what a goal! It's incredible! Добро пожаловать на Парк де Пренс. Погода сегодня хорошая, и все готово к началу матча. Футбол сегодня с вами смотрит Лиги 1 Uber Eats. Сегодня Пари Сен-Жермен сыграет против Пари Сен-Жермен. На стадионе сегодня замечает, готовы, изучили друг друга, и нас сегодня порадует. Это состав Пари Сен-Жермен. Тейлор Навас в воротах, Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Мбаппе начнет с Ди Марии на фланге в полузащите. И в нападении сегодня играет Икарди. Пари Сен-Жермен. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Стадион Парк де Пренс – это не только футбольный стадион. Во Франции огромной популярностью пользуется регби, и много матчей по этому виду спорта проходит на этом стадионе. И даже рекорд посещаемости был установлен здесь на матче регбийных команд Франции и Уэльса в 1989 году, когда собрались 53 тысячи болельщиков на трибунах. Ди Мари. Важно подавать тут. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Strike!